Сегодня повар у нас Анатолий и Евгений. Режут говядину. Готовят, сами не знают, что пока. Бишбармак. Может быть. Один печь топит. Это вообще печь или этот коптилка? Или это три в одном? Три в одном. Это не коптилка. А что это? Коптилка. Коптилка. И печь и коптилка. Все в одном. Как я говорю. Лук. Лук самое главное. И мясо. Мясо. Мясо, говядина, вырезка. Только что вырезали из бычка. Бегал на соседнем огороде. Модная растопка печи. Теперь спички не нужны. Пора закрывать череповецкую спичечную фабрику. Чтобы комаров бы кто-нибудь отгонял. Так у вас же дым. Угу, сигарет с ментолом. Мне не нравится дым, но черт с ним. Ай. Ну-ка, что тут, покажи, дай-ка посмотреть. Сверху нету крышки. Здесь будет казан. Кто рыбу коптит, кто мясо готовит, кто картошкой занимается. Картошка окучена. Уже шикарная, да? Хорошая картошка в этом году? Не очень. Больше у нас, короче, будет лука. Да я весь не надо. Дожила до 20 лет. Как вот это называется? Штука-то. Шумовка. Шумовка? Да ну это, наверное, неправильное название. А как? Не знаю. Сейчас хозяйка придет, скажет. Интернете нас смотреть. Ну, да, как вот эта правильно штука называется, которой пельмени достают? Шумовка. Да, ну, настоящее название как? Может, это народное? А по-русски? Шумовка. Как у нас сегодня забыл, Толик, называется блюдо, которое он готовит? Бишмашмак. Маш барби. Бич пач мар мар мак. А, помидорки не перед. Чего? Ну, принеси пару зубчиков, так, для общего развития. Им все равно пахнуть особо не будет. В смысле, пошел дальше сами. Лук-то бросить и мы могли. Душистый перец, горошек. Ты уже перец. Посолил лук? Нет, я не солю никак. А когда солить? В самом конце. Это правильно? Мясо так не солят, овощи я не знаю. А зачем солить? Мы как китайцы без соли. Женька, что ты картошку делаешь? Так, Толик, что это тут у тебя морковка? Морковка. Перец. Перец и помидорки. Евгений, что, картошки накопал? Да, легко.
сюда. Пошли. Папа там. Папа там. Папа, слушай, как делать. Все, брованы. Все обжарено, все достали, да? Все достали. Здесь что было такое? Все готово. А сколько масла должно прогреться после заливки? Как узнать, чтобы его не перекипятить? Пальцем. Ну, проверяй, палец, давай, я снимаю, давай. Пошел вкус и запах мяса. Солим в конце мяса. Вот мясо солим в конце, я согласна, чтобы оно сварилось и было мягким. Все согласны. Мясо должно обжариться, чтобы было сочное. Точно. Поры все закрылись. Не пересуши его. Не пересуши его. Мясо будет сочное и вкусное. При работе одним на решетке почистить, другим ольхи наколоть. Рыбу засолили, постояла она у нас. Осталось закоптить. Да, какие тут премудрости с батисками. Плавниковые. Зачем они? Да, чтобы то. Чтобы внутряночка прокоптилась хорошо. Так вот, открываешь. И брюшком вниз ложишь. Все понятно? Еще раз показать. Где котейка-то? Неправильно рыба какая-то. Здесь нас там захейтят. Скажет, неправильно начистили. Да, конечно. Кто и чистил, даже не знаю. Какой у нас тут дружочек пришел. Сапожочек проверять. Сай. Ох ты! Мяу! Тебя тронули? Соседский дружок пришел к нам. Видишь? Как понравилось у нас в гостях. Где-то мусор, это первый. Рыбы давали, отказался. Пришел просто пообщаться. Скучно одному дома. Скучно одному дома, да. Хозяева надоели, пришел к нам пообщаться. Все, даже улегся уже. За жизнь поговорить. Ага.
Картошку мы уже тут подзагрузили с лаврушечкой. Осталось добавить тушеные овощи. И самое главное в конце посолить. Я забыл, что солить. Что у нас еще ничего и не соленое. Она сейчас посолится за 5 секунд. Кто-то к нам едет. Так. Соль и перец по вкусу. Давай. 2 грамма на человека. Ты и рассчитывай. День. Сколько человек у нас? 6. Чего 6? 2, 4, 6. Это 2 детей. 8? Он приехал. 16 грамм, значит, солю. Давай. Будешь, Наталья, пробовать? Аня будет первая пробовать, накладывай. Первая будешь? Да. Аня кушать хочет. Да. Тебе что побольше? Всего побольше? Не-не-не, давай что-нибудь. Картошки, мясо? Или вот так, как получится? Как получится. Я хочу кушать. Сейчас меня покормят. Вроде так в прошлый раз мы делали. Девушка, мы так коптили с тобой рыбу или не с тобой коптили? Мне кажется, так мы коптили. Так а вот в этой-то центральной части что, не коптильня? Я не понимаю. Так туда топить тогда приходит. Коптили. Вот так же коптили, да? Ну я говорю, что вроде коптили. Все, хватит, хватит, хватит. Так. Девочек надо звать. Зелени сверху надо посыпать. Точно. Укропчику. Снимаем пробу. Что у нас Анатолий наготовил. Мамулечка, пусть. Один нарезанная зелень-то. Что-то я не заметила. Аня, ну что, давай снимай пробу. Очень вкусно. Очень вкусно. Угу. Очень вкусно. Все дошло. Угу. Мясо вкусное. Мягкое. Да. Ничего не задвигаться. Ты должна задвигать. Да. Чего? А то я подошел, ты должна отодвинуть. Да. Я что, прислуга? Надо задвинуть. Ты как, у царя прислуга должна быть? Ну, это уже не ко мне вопрос, а к маме. А что, ложки нету нормально, да? Неси царю нормальную ложку. СМС-ка придет. Приятного аппетита. Спасибо. Кушайте бешпар-пар-мармак. Я забыла всем пожелать приятного аппетита такого. Ну, блин, Аня, как так? Аппетита. Там заносит, душа на бок. А? Все, рыба готова. Достали коптилку, сняли. Друзья, всем приятного аппетита. Напишите нам, что любите готовить вы. Оставайтесь с нами. Не забывайте нам поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.